Друзья мои, всем привет! Мы вновь на фиолетовой кухне у Дани в гостях. У меня проблема, девчонки, мальчишки, помогите, кто может. Это случилось вчера. Вот мой телефон, на котором я читаю комментарии, пишу все свои видео, обрабатываю. А тот, который сейчас стоит на подножке, вот я снимаю, это телефон дочери. Ну, он уже тоже мой. Девочки, что за проблема? Мальчики, помогите. Вот захожу я на свой канал Мылиства. Мой канал. И хочу посмотреть, девчонки, свое видео. Вот последнее видео я выкладывала про ватрушки. Вот видно вам совсем капельку. Посмотреть не могу. Что происходит? Вот давайте смотрим. Крутится, вертится. Шар голубой, как говорится. И потом сейчас выскочит. Вот, вроде бы пошло. Комментарии я читаю, но не все. Листаю, листаю, девчонки. Вот ваши комментарии. Алечка моя дорогая, тут вижу. Оленька Ворончихина. Светочка. В общем, все мои девочки, мальчики мне пишут. Я читаю. Но само видео, девчонки, посмотреть не могу никак. В чем проблема? О, все, нет подключения какого-то. Повторяем попытку, бесполезное дело. Я уже это делаю почти полдня. Ну, думаю, может, последнее не так загрузилось. Выходим. Заходим в предыдущее. Та же самая картина Репина. Картина маслом. И то же самое на телефоне, на который снимаю. Видимо, на одном аккаунте это все. Девчонки, я в шоке, я расстроена, потому что теряются ваши комментарии. Многие теряются все. На ноутбук, если зайду, но это очень редко. Это если даже вечером не упаду без сил на кровати. Там могу прочитать. Все, это бесполезно. Крутится, вертится, перезагружали телефон. Дочь... Вот, нет подключения, все. Дочь переустановила, обновила, вернее, не переустановила, а обновила сам YouTube на телефонах. Вот, гнездо Былковых, Наташенька. Если зайдем сейчас сюда к ним, вот у них последнее, я еще не смотрела. Вот, их видео сейчас пойдет. Сейчас найду последнее на Тульте, я пересмотрела все. Ну, давайте попробуем. Вот, все пошло. Реклама. На любом другом канале все идет. Что мне делать, ребята? Помогите, подскажите. Сейчас просто маленькое такое видео выпущу. И жду вашей помощи. Без телефона, как без рук. А тем более начинается огород, участок. Ой, Таня пропала. Поэтому помогите, друзья. Всем пока-пока.